ну вот вам математика. Синдра или еще. С учетом, если можно один раз выпануться, ну это около часа надо закончить. Желательно побыстрее. Ну, 40. И все, и час на РС-ку. Ты такое с Аджайна есть. Нету. Чего ты взял? Ты знаешь точно, что я... Ну, если есть, другой разговор будет. Смонти, ЛРЭ, Айзек на замене. Не менялись на одного босса. О, ЛРЭ, ты в городе где-то еще? В Долоране. Ну. А у тебя доступ есть к банку? Не, ну, ой, блядь, к этому, к аукциону. Уже ТП-шнус. Че тебе надо? Блять, камень надо, 5400 минут. Все. Может, есть у кого-то? Зефирит, там, Юва, блядь. Че, заходим? Где там взор? Заходим все в комнату, не стоим здесь в проходе. Я просто вчера поменял. Риги найдешь, я тебе сделаю на месте. Нет, перезаходи. Ты просто взял на салу вчера кольцо. Вроде мне пишут, что типа Оди обещали либо на это, либо на следующей неделе. Неделю назад обещали, две недели назад. Последнее сообщение от Дизерона вчерашнее, он сказал до конца этой недели он должен это все. Там не в среду, он не в среду сказал будет. Это все что? У меня есть знакомый, который тестит эту новую джайну. Че там за инфа? Он говорит, что ей что-то переделывают, какие-то скины. Бля, мы сами знаем, что ей что-то переделывают. Это такая сила. Там, нет, он говорит, что это с метеоритами. То есть, видимо, там вторую фазу тоже переделывают. Прикинь, будет весело, если надо будет метеорит 5 человеками закрывать. Давай поугар. Их тогда будет меньшее количество, соответственно. То есть слухи, что он реворкает первую фазу, поскольку она скучная, неверная, да? Понимаешь, что как бы там не слухи были, это официальный ответ от Дизерона был, что он ее перекинул на реворк первой фазы. Ну, лучше он говорит про вторую фазу, соответственно, это уже слухи. Мне кажется, просто кто-то пропиздился. Скорее всего, Дизерон. А помните, что мы почти без купола чуть не перевели? Мне кажется, были ребята, которые до купола переводили и решили вот ее закрыть, то... Да я тебе скажу, асгарды стопудово так делают. Ну, у них ДПС выше. Мне кажется, из-за этого. Мы тоже могли, просто не перевели без купола, потому что пара трупов было. А смысл это делать? Они ж наоборот это сделали, ослабли. Они ослабили и убрали хп. Это логично, что сильные челики будут переводить до... Это ж логика. Смысл это менять. Это, ну да, ну, типа все фиксы по ней были сделаны, чтобы ее убивали более слабые гильдии. Просто потому что так по факту менять. Было там гильдии 6, может. Ну а теперь они хотят вернуть все как это, чтобы убивало 5 гильдий. С какой целью это делать? Чтоб донатить? Я не знаю. Чтоб голду поднимали. Правильно, не охотите. Они на сундук типа сумонить нельзя, типа как можно голду поднимать? Брать вагонов? Да, изи. Берешь одного вагона. Он там на первой фазе побегал, на второй помер где-нибудь или спрыгнул. В 24 спокойно все. С учетом того, что кто-то из своих не сдохнет. А то бегают парки, всякие да? Парады, блядь, со светением. Завидуешь? Не дамажит, да? Не дамажит нихуя, еще въебывается, что со светением. Классика.
Вон там монород говорит, что на X3 уже работает. Это не зависть, это несправедливо. Что на X3 работает? Негоже такому человеку бегать со сиденьем. На X3 Джайна? Ну точно, зависть. Нет, на открытии X3 заработали. Типа им смысла нету пытаться с Джайной заработать, с учетом того, что все, кому надо, у них уже все шмотки с Джайной. Так, восьмая группа. Тендра Лич, надо кому-то, нет? О, поменяй меня. Хрен тебе. Нашел паладина нормально. Какого? Я где? Буду с ним меняться. Ну он еще не в гильдии. Что о чем тут говорить? Я понимаю. Каз там будет. Еще справа кусочек. Стопудово Фарата хочет фрейд. Покрути их, может? Ну давай, с богом, бля. У нас был перекур на профи. Здесь перекура не будет. Кто хочет, может сейчас на трэш отойти быстренько. Перекур будет только перед ДРСХМ. Здорово, ребят. Только куда шел? Здорово. Что ты там происходит? Днём рождения! Спасибо! Мы хорошие. Я не успела тебе письмо отправить с подарком. Меня в РТ присануло мне сразу по самому. Да я тут просто работал немножко. Сейчас вот освободился, смогу прийти, если нужно. Надо, заходи. Хорошо. Тортик поел? Вечером. Тортик слышала? Да, фисяу, это более чем достаточно. Я же тебе сразу сказал, всего лишь две вещи надо. Пояс, сапоги. Все как бы хватает. По фулл сет собрать по фану. А вот это в смысле, он следующий в дворении будет собирать, что решаем из мили. Ну, я офисяо вижу второй раз в рейде. Там ваги жизнь спас просто. То, что рейд способен. Его. То, что рейд способен сделать квесты в Герри, это очень хорошо. Определяй его в ДВ-статик. Сяо как бы может ходить в ДВ-статик. Поэтому он тут как бы делает. Соответственно, здесь он и будет собирать в какой-то момент. Сейчас у нас забирает Даркис, потом добивает Кирс. Так, любой милик, кто хочет послакать, yeah. Не прокатит. На, Кирс, я понял. Ты со мной до конца рейда. Я надеюсь, тут клык никому не надо? Надейся. Надейся. Воу, блядь. Он нужен на клык, да, это. Ты обойдешься, блядь. Тебе клык вообще не варит. А ты спирт монету не поменял, монету. Ты же говорил, что ты поменяешь монету. Обратно. Да тебе не варит, блять. На всех твинов уже пал нахуй. Ну у меня на ДКшнике на варе в другой гильдии, ну там еще. А то в спек ДВ состава приоритетнее, чем мейн до этого вечера. Тебе вон, блять, тринес РБК нахуй. 226-я. Ну ты носи часы мороза. Заберешь, когда не надо будет танк. Так танк не надо, смотри. Ты, не танк, ты будешь просто в танке шмоте во фрост-резисте. Третьим танком. После первой взлетки начинаешь потихоньку ловить дыхание. Вот. Еще раз, милики.
Кто хочет на замену? Сказал я. Давай я пойду. Редрика не важно. Так, Редвар, отлично. Пончик, ты в рейд, нямка. У нас будет в Элеме, и Пончик, ты в ДЦ. Эти пидоры все равно кут не отдадут, так что я пошел. Я думал, у тебя есть. Он у всех есть, блядь, кроме меня, нахуй. Ну, у меня собычки. У меня тоже нет. У меня даже собычки нет. Ну, вот луцы не надо. Сумоньте япончика. Обновляйте бафы. А рыбку бы? У меня нету места, чтобы рыбу из ГБ брать, ставить. У меня есть. У офицеров спрашивайте. А, уже поставил. Саша, я думала, ты не зайдешь сегодня. Я тоже думал, что я не зайду. А я быстро справился со всеми. Что все? Не обязательно стоять в его фрейме. Тебе просто надо находиться перед мордой босса. Тебе надо словить 4 дыхания, чтобы активировался на тебе баф от шейма. Во фрейм танка не надо, рейдж дыхания 1000 метров. И стой за спиной танка, чтобы тебя не било кливом, потому что дыхание плюс клив, может быть, приберешься. Я это все отслеживать не буду. Еще раз говорю, как это делается. До первой взлетки ты ни хрена не делаешь. Вот она села после первой взлетки, ты уже начинаешь потихо заходить под морду босса и ловить дыхание. Ничего сложного здесь нету. Всего дыхания. Здорово. Всего дыхания надо поймать 4. Ты 3 можешь в любой момент ставить, а 4 лови, когда уже, блять, хп у босса будет мало. И смотри по прожимкам. Вот 4 лучше словить на второй фазе. Да, к концу ближе, чтоб там 6 минут. Нам бафы пол. Саш, ты потом после рейда не убегай, хорошо? Не знаю, я в обычке ловил после первого приземления. Ну там дебаф подлежится всего там, по-моему, на 5 минут или на 3. Вульф, смотри, будет освобожденка. Если на тебя повесилось, ты становишься слева или справа от рейд-кэмпа и не делаешь никаких кастов, чтобы никого не взорвать, включая и себя тоже. Ничего сложного. Вообще стаки с освобожденкой набирать не стоит. Готов? Я на боссе, если что. Смотри, метка. Я на боссе. На второй фазе. Первая ставится слева от босса, вторая по центру, и так чередуется. Плюса никак готов будешь. Бежим на балкон. Первый есть. Лучше пока не лезь, пускай ты лежит. Стоп, не стоп. Это последнее. Разбейте. Справа РДД.
на 4 хилах. Идти. Просто отец потянет. Медушники, чуть поменьше, пока. Все хилах, понимаю. Нет, хули паладин потерял. Уже сбивайте. Смятка лопнет, отойдите. На них БР не тратить. Ладласт. Энджи, поднимай кровавый взор. Носи, носи. Левый, блядь, слева. Уйди. Мили разбили. Погодите 2 секунды. Все, разбивайте. Центр, мир. Танка, пожалуйста, больше прохи. Я на пол хп. Иди. Твой да сильный хилим. Фул хоты дайте. Там вправо метку поставим. Гимн на хп. Давал уже? Да, уже потрачу. Забираю. Поднимите рейд. Давайте. Может, меня там поднимут? Ну, я не знаю. Отбегай. Да, у меня игра зависла вообще. Луцинь, подними мгновенно. Я дохлый. Блять. Черная ночь, поднимай мгновенно. Мгновенно поднимаешь Луциня. О, сейчас же можно зайти, да, если дисконнект? Ой, да хильте на фул хп, один танк. Дрольку разбили быстренько. Подхильте. Да мне. Аха, по войду, ёбаный в рот. Отберите, пожалуйста. Я вам не раз сказала, держите танка. Там я в глобе стою рядом. Если разобьете, я могу захватить синдром. Разбейте. А, ну понятно. А уже все. Тело не покидайте, у меня камень дышит. Я не сдох, я зайду сейчас. Я могу резнуть.
Ребята, смотрите, вот Мидекс. Вот эти бомбы, которые приземляются, они шотают. Если ты вовремя не отбежишь, ты так же еще раз умрешь. Милики, которые разбивают глыбу. Запомните, вы же знаете, что 4 глыбы, как в обычке, так и в ХМке. Не разбивайте глыбы раньше времени. Иначе человек выйдет оттуда, а вы убежать и спрятаться за новую глыбу не успеете. И мы раньше всегда, если разбивали глыбу раньше времени, и люди умирали, начисляли ГП. Видимо, сейчас мы опять это делать будем. Смотрите. Ребят, вот дальше, на второй фазе, когда уже у нас босс не взлетает, просто стоит на месте, на одном. Но вы стойте в одном компе, кто куда бегает, метки мы вправо не уносим, дорогой мой лоб. Под морду не надо выносить метку, потому что она отдыхнет и может шотнуть, что милика мимо проходящего, который будет прятаться за эту метку, либо тебя сдует. У тебя пинг 600 был. Фулбаф. Все равно надо выносить в другую сторону. Стойте в одном компе. Вот вторая фаза пошла, РДД и хилы, вот все, вот стойте сейчас, где мы стоим, ни влево, ни вправо, вот как можно плотнее друг дружке. Тогда и людям, которые в центр выносят метку, будет как-то спокойнее. Они будут знать, что вы там сзади стоите, а они где-то там разрознены. И милики будут более-менее нормально ориентированы. Вот, подожди, мне надо сказать. РДД, стойте, пожалуйста, одним кемпом на второй фазе, потому что хилы убегают ближе к обрыву, для того, чтобы скинуть. Не давайте вот эту вот дезинформацию, то, что все хилы в освобожденке. Не все хилы в освобожденке. Кто не в освобожденке, я сказал, тот напрягает. Тут еще... Тут вопрос такой. То есть я смотрю, отсвоят хил по мне хилю только один шаман. Каску. У нас паладин знает вообще, что он может баблом скинуть стаки? Все готовы, пуля. Фисяо. Сапрота обновить не забудьте, у кого мало. Паладину скажите тому, что ему делать. Фисяо, тебе надо глору одеть. Глору... Грань тьмы тебе надо одеть. А не глору. Два человека выпейте сапроты. И кашка, и шаман. Здесь ваше вторжение и окончится! Никто не уцелеет! Понадобитесь это меточки? По центру. Блять, ну... Слева далеко. Пятерку слева, да. Там же. Правая, стоп. Добьет центр, не прячьтесь за ней. Не чтись. Молодцы. Бэрыка есть. Пока тут поднимать, значит, япончик. Че у кого? Бэр есть. Поднимай ЛРЭ. Не дали япончик. Блять, я опять завис, короче, я не знаю. Ближайший Б у кого? У Энджи 2 и 2.
меня есть. У меня труп за инстан. Подними кровавого взора. Отойдите. СС, сколько СС? Слева. Я хочу чипсы, ты чё, пьяный что ли? Блять, я хочу чипсом начислю сейчас 250 кп. Справа далеко. Справа ближе. Вставай. Справа стопните. Справа опять далеко. Спить. Слева помогите колбу. На лестнице далеко. ТКшка посередине. Близко. По центру. Там же. По центру далеко. Сливайте, разбивайте посередине, первый разбить, но нам сейчас. Ладлас. Я вышел влево. Отойди от меня, отойди, лок. Милики пошли сбрасывать стаки. Четыре. Все, иду менять. Черные ночи в центр. Подальше, подальше, РДД отошли. Там кого-то. Бьем. Мелики, прячемся. Я опять выношу в центр. Отойдите от меня. Трепещите, смертные! Разбиваем. Прохил рейду. Прохил. Танка, держи. Пока тут, давай этот. Метка. Следующую метку поставьте вон в центр и ждем притяжки. Поставьте в центр, ждем притяжки. Прохил. Танк поднимите. Умер. Ну да. Таргетного хила не хватает и по рейду, не только по танкам. Я сейчас как холи паладин была, я не знаю, зачем мне это.
Я просто хуй знает, у меня на вот вторую притяжку подряд, короче, просто экран зависает и дисконнект. Я хуй знаю. А чё чипсы? Задам тебе сейчас один вопрос. Во-первых, почему на тебе не было сопрота? Во-вторых, почему ты вместе со всеми выбегаешь, когда кидается 5 метров, и ты встаешь с ними в ряд, когда на тебе нету метров, и ловишь тоже глыбу? Почему не было на тебе метки? Знаешь, что у меня сейчас такая же фигня будет? На понимаю. Тебе первый раз метки не было, когда ты слева бегал, а тебе метки не было. В следующий раз она на тебе была уже. Давайте на средство. Маните меня. С другой стороны. Че у нас? Кто у нас от притяжки умер, значит? Кровавый взор, новый вар. Там два разбойника меня разбили, и я вместе с ними сдох. Не разбойники тебя разбили, там... Мы стояли и чилили, блядь, с взором, блядь. Просто я на 20% метку отпустил из курсора вообще. Швага. И стоял, просто смотрел за гурбами, чтобы не проебаться. Просто, блядь, ее добили доты ваши, РДДшные. Нахуя раскидывая столько дотов на 20% метку, я хуй знаю. У нас яды столько не бьют, чтобы добить метку. Профс, если ты не в курсе, метку разбили, и ты вместо этого, чтобы отойти в РДД кемп, стоял босса и просто бил его автоатак. Я это прекрасно видел. В следующий раз повторяется такое, я уже буду начислять ГП. Ставьте шкаф. Ямка в 7-го хила. Есть же, сука, вот они в КД. Это красный. Спектр. Да-да-да, ставлю слева. А. Момента поставили. Отлично вообще. Да, спасибо. Серьезно. Еще раз, ребята, хилы. Не хватает таргетного хила все по рейду. Даже танки все падают. Все уже хватает. Слышишь, Швага, если у меня опять повиснет, меня поменять надо будет. Да, я услышал. Да не повиснет, это был баг. Нет, у меня вторую притяжку, у меня вот да на последней притяжке. Потом трая, блядь, повисла, а это сразу все с первой притяжки, блядь, повисла нахуй. Обновляйте бафы. Вот я сейчас опять смотрю смерть, одна хилка от паладина. РЧ на бафы пол. Значит, Локи, СС по хилам. Адванс по Черной Ночи, Чехов по Вульфсер. Даркес по Нямке. Луцин, вы падаете, когда я в глыбе. Что в первом случае, что... Так ты ж не танк. Сантейпа просто отец. Ну вот так приходится, что делать. Даже есть пал, который должен танков держать. Ему объяснили, что он танков должен хилить? Он тоже мгновенно пишет, что как хапал хил. Любой из 6-7 хилов должен отхиливать танка. Дайте по шапанам не кулак, а МП5 просто. Кир, чего не хватает? Паладину Войд, держу в курсе, это легче делать. Он действительно может набрать кучу стаков, стоять в стороне и скинуть. Молодец. Легче, не легче, любой из 7 хилов. Мы не хилим, как хэпалы. Не надо хилить, как хэпалы. Не надо хилить, как хэпалы. Там по рейду, по таргету. Я в курсе, что там по таргету и что там по рейду. Я тебе говорю, не надо меня. Я говорю, просто кидаем омоложение, восстановление и все. Больше ничего не требуется. Жизни цвет можно постакать, 3 стака. Mm-hmm. Пуляйте босса. Хирс подошел? Да. Все, пуляю. Просто все 7 обращайте на танка и все. Танки меняются на второй фазе, никаких проблем не будет. Thank you.
по центру близко. По центру далеко. Справа далеко. А хорош, убьете сейчас мед. Да, убьете. По центру близко. Отец, блин, нападите. Сейчас притяжка уже скоро будет. Бафы по шаману обновить сразу. Здесь ваше вторжение и окончится! Никто не уцелеет! Удел смертных! У кого горы? У всех. Все, он сам встанет. Войду поднять. У него СС, никому говорить не надо. Причем он под сопротом? Слева далеко. Ты близко стал, наверное. И на райм, дайте. Опять немка. Сейчас вторая фаза будет, ребят, надо все будет поднять. Бладлас. Немка, ты лагаешь? Метка. ДД подальше отходите. Когда танк выслать его. Немку высадить. Танк скинул, нет? Прохиливайте, прохиливайте. Пизда, там нет. Росгор, вынеси, все от него отойдите, из центра отойдите. Оу. Кто там? Кровавый взор, это ГП. Холод обжигающий, осторожно. Пока тут, а... 5. Слева бурстаните метки. Быстрее, блядь. У кого БР есть плюс рейд? У всех. Почему Фисяла не прохилили? Не хватает таргетного хила, повторю. Вставай. Захиль себя, блядь.
Митекс. Поднимите фисяу. Кто это делает, скажите? Любой, у кого есть БР, поднимите его. Не разбивайте метку, отойдите. Жимка есть? Отдал. Черной ночи мгновенно. 5, 3, скинуть не успел. Постоять. Не успел. На мне метка. Блин, нарезай мгновенного. Вставай. Гимн на ману и кончу. Держись сам там, прижимайся. Я в метке. Заметка, скидывайте стаки, а то вас ваншотнет следующий спект. Ты легко стоишь, висяло, ты снова сдохнешь. Прохиливайте. Прохиливайте. С центра ушли. Не разбивайте метку, не разбивайте. Прохим. Центр выношу. Я снова. Я саку дал. Это уже не важно. Выйди, хилим. Мы просто добиваем босса. Отхилите. Я это не успел скинуть. Живи. Забейте на мою метку, добейте босса. Не тем занимаетесь. Забили на твои команды, а не босса. Это рофл. Так, кто там поймал метки? Будапешт, Кровавый Взор, пока тут... По-моему, еще мидл. Будапешт был, это забей. Начисли Кровавому Взору за то, что он под боссом словил метку. Там не только он был. Подожди, подожди, Япончик. Mm-hmm. Пока тут окинулась метка, ну, стандартная. Он отходил, но... Будапешт, Мидекс. Там осколок пишет, Вага есть. Будапешт и Мидекс — это новички. Первый раз им простил. Вы разбивали метку? Ладно бы в РС ХМ ты им простил. О, не в него РС ХМ, а в ОКО ХМ. Это целкаги. Что началось, ребят? Еще раз говорю, это новички. Им ничего за этот рейд, поскольку первый раз они тут начислены не будут. Единственный, кто сейчас заслужил ГП, это Кровавый Взор, сотку. Вага, что, байра берем на лон? Как ты хотите. Смотри, так, нет. Ну, никому не надо, Глор. Вот, что допускаем? Кого? На минуту. Байра. Рофлиться. Ты такой пальцем. Я уверена, что сейчас нужен Байра. Пипец просто. Согласен. Да нет, тут просто выносили криво все. Ничего не выносили. Восьмая группа. Кому нужен лут с лича? Ну, он там чипсом. Объясните, за что ему дали. Чипсы я начислил сотку, потому что три пула подряд на нем не было саппорта. Пока он не попросил, я ему лично не дал саппорт. А, ну все, понял, чипс. Этот, нямка, ты не лагаешь, два раза на притяжке сдох подряд. Как ты это объяснишь? ГМ гильдии постоянно говорит, что на профессора, что на синдру, что на лича всегда нужен саппорт. Ты был без него несколько пулов подряд. И я в чате не видел, чтобы ты просил. Как попросил, сразу же тебе дал. У меня был лишний. Чё за дизмораль началась уже? Кстати, если вот про того байера, по которому говорят, то он лучше некоторых новых челиков.
смерть, это тот чел, который с нами убил Лича на изи. Ну, ты сдох, ты думаешь, нормально так должно быть? Два раза подряд ты должен дохнуть. Ямка. Ты же согласен, что ты виноват? Раньше... Нет, там Байер... Байер нормальный, он ГМ Гидли и хорошо знает. Убийный или кто это? Это Фирвелли. Был уже он в прошлый раз же. Это же он же? Он в Бретрике, да, будет? Можно вместо меня взять. Сейчас прошу. Да, Ретрик. Как раз у нас прошел. Так что можно его взять. А что, у нас не дают, да, 250 больше за такое говно, если ты просто... О, я что-то пошел, да? Ну, он меня вообще-то предупредил. Не, просто у нас в том рейде кто-то ушел просто так на изи, по-моему. Ну, кто меня не предупредил, это как бы уже другой человек меня предупредил уже, наверное... Больше помню, часа назад. Я просто в тот раз не спросил, предупреждал тебя или нет. Дайте ему пати, ребят, пожалуйста. Я скинул, либо мне помощника. Нямка, я не читал. Там прокрутился чат. Я тебе объяснил за две притяжки. Босса-то убьете, нет Лича? С вагоном. На тот вагон лучше чуваков, которые у нас сейчас на Личе. Ой, на Синдре. Когда же вы уже поймете, что на этом чудо-сервере... Буду ругаться на сервер. В смысле? Он нормальный тип, если тот, Колба, он стоит при притяжке. Нет, это нормальный стоит. Пацан, ребята. Она не спасает от притяжки. Просто то есть отбегать надо и от притяжки, и от колбы тоже вместе. Нет, может он-то и нормальный. Надо стоять ровно за колбой. Убьет точно так же, как будто без колбы. Сумоним Байера. Таркис, у тебя что там, пинг? Прошел, не прошел? А ты это кому? Не, у него такая же фишка, как у меня была. За колбу? Притяжки, экран зависает. Такого у него нет дисконнекта. Я видел минимум почему? 4 человек на прошлом пуле, которые сдохли от колбы. А у меня точнее, от притяжки там. За колбой. Холи Паладин, Вар, второй Вар и еще там кто-то забыл. По-моему, это дуйка. Тряпки в 100% почти в случае. Если их притягивает, они за колбу не спрятались. Их притягивают, они почти всегда умеют. Так, этим составом идем. Вы взяли Байера, Фервелли, да? Пятая группа хилы, все остальные ДД. Я могу ему дискорд дать, он спрашивает. А что, сами бить будем? Ребят, дискорд могу ему дать или да, не надо? Да, нужно дать ему дискорд. Нормальный игрок. В гостиную пускай зайдет, я его перенесу в этот канал. Смотри, он с грузом ходит. Это Дэми никак нельзя менять. Тем более Лока. А вот, мы тебя смоним. Да, сейчас. Камень в кольцо вставляю. Да, можно, как бы я сам спрашиваю. Хочешь там на замену? И ты в состоянии Лича еще побить? Ну, конечно, ты. Ты же в случае чего-то с пингом сможешь в обрыв сбежать. Ну и все нормально. Где этот Байер? Скоро он в дискорд зайдет. А сейчас бочку. Сколько вообще за это упало целка осколков? Не знаю, Войт, Луцин, кто там из вас на трэше, кто на боссе? Мало. Это не правильные ребята, которые я скинул. Да. Все хорошо. Главное, только временную ссылку дал. А я не умею играть. Знаю, я в обычке 7 лутал. Он в гостиной пишет. Я его перекинул к нам.
А чё у нас аура сосредоточения не стоит? Это, посмотрите на Пруфиза, ему надо вообще лич? Может, Редвара взять? Делаем один пул. А это сейчас не, посмотрю, кто по урону самый плохой, и уберем его. А давай лучше убьем с первого. А мы и так можем убить. Будет все плохо, пустите меня на шамана.